Здравствуйте, с вами я, Варченко Виталий. С сегодняшнего видеоурока я затрону такую очень важную тему, особенно для тайского бокса, как клинч. Это очень-очень важный аспект в тайском боксе, особенно на родине в тайском боксе. Там 60-80% всего боя проходят в клинче. Поэтому его важность вы должны понимать. И ни в коем случае недооценивать. Конечно, в Евротае это так все меньше внимания этому уделяют. Больше внимания просто коленом уделяют. Особенно по правилам К1 вообще захваты запрещены, там лупки запрещены. Но по тайскому боксу клинч очень важный аспект. И мы начнем с самой базы. Потихоньку будем рассматривать его. Несколько приемов покажу вам. Потому что рассмотрение клинча — это вопрос бесконечный, как бы миллионы есть приемов. То есть тайцы с самого детства на каждой тренировке они уделяют где-то от 5 раундов работы в клинче. То есть всю жизнь они отрабатывают этот аспект. Тайский клинч — это просто непобедимый. На любом чемпионате мира с тайцами в клинче возиться просто нереально. Они просто швыряют, всех кидают, вставляют локти, колени очень жестко. Хорошо, рассмотрим сегодня самый такой первый аспект, самый основной момент. Это захват за голову. То есть очень часто ребята могут сориентироваться, как правильно сделать захват. То есть прежде всего самое важное правило: вы работаете за затылок за счет рычага, да, обычная физика. То есть у вас локти должны быть прижаты в плечо противнику, в грудь ему, в корпус. Вы локтями должны упираться. Держи ровно голову. Да. И ладошками одна на одну ни в коем случае нельзя крестить пальцы. Такая частая ошибка тоже начинающих ребят, что пальцы выкручиваются, можно вывихнуть палец. Ладошка на ладошку, во-первых, раз, в целях безопасности, во-вторых, вы будете в перчатках, когда работать, вы должны привыкать к захвату ладонь на ладонь. То есть первое — локоть в корпус, второе — ладонь на ладонь за затылок. Вы должны делать захват за затылок максимально высоко. То есть не сюда. Часто ребята берут сюда и хватают за шею. За шею, если противник будет ровно стоять, вы не наклоните голову никак. Ну, то есть, как за шею можно наклонить голову? Вы стоите, вы только можете за шею подтянуть. То есть, а наклонить именно голову, как работает в клинче, нельзя. То есть, вы стали, наложили ладонь на ладонь, за затылок. И с этого положения вы уже свободно управляете головой противника. Естественно, тогда и телом. То есть, вы можете его уже за голову наклонить и вытянуть на колено, с оттяжечки пробить коленом голову. То сейчас вы отрабатываете с партнером, естественно, весь клинч надо обязательно в парах отрабатывать. То есть вы с партнером отрабатываете саму накладку, то есть с дистанции начинаете работать. Вы стали, один просто стоит, вы стараетесь залезть раз и четко взять захват. То есть с минимальным количеством времени вы на автоматизме должны сразу раз локоточки упирать, а ладошки набрасывать на макушку. Не за шею хватать, а сразу на макушку и брать под контроль голову. То есть и так вы работаете с партнером. Один раз он сделал, раз захват пошел, вы стали немножко, посопротивлялись, потом вы пошли опять, раз захват взяли. Причем важный такой аспект, чтобы у вас две руки было внутри. Сейчас я вам покажу несколько упражнений дальше. Это первое упражнение. Просто такое, самое базовое, на захват. Второе упражнение. Вот вы такие, пойдут дальше силовые упражнения. Так как клинч — это в основном борьба, да, вам надо очень хорошую шею проработанную и крепкий такой корпус, чтобы вас никто не свалил, никуда не закрутил. Второе упражнение. Мы встаем в перекрестный захват. Обоюдно берем. Одна рука внутри моя, одна его внутри. Моя снаружи одна и его одна снаружи, левая. То есть правая внутри и левая снаружи. Из этого положения мы обои держим ровно голову. И наша задача как бы бороться и вывести друг друга или из равновесия на пол, или наклонить голову противника до пояса, то есть на колено, показать ему колено. То есть вот это такая очень силовая работа, очень грузит шею. После первой работы вы начинаете, засекаете раунд, минуты 2-3 на все упражнения.
которые я буду показывать, минуты 2-3. После 3 минут у вас дня 2 будет болеть голова, не голова, а шея будет болеть точно. То есть вы встали, все время пошло и вы начали работать. То есть тягаете, тягаете, стараетесь закрутить, сюда боретесь, ближе, дальше. Ни в коем случае вот так не делайте. Уже как только вы таз убираете, вы сразу получите коленом. Эту привычку надо сразу убирать, а стараться все время поджиматься к противнику. То есть вы тут боретесь, боретесь, и в один момент делаете скруточку на пол. Как скруточки делать? Потом будем смотреть. Сейчас просто ваша задача такая, силовая борьба бороться. То есть за голову раз поработали, потом берем за корпус. То же самое. Одна рука внутри, одна рука снаружи. Вплотную прижались друг к другу крепко. И делаем то же самое. То есть наша задача бороться и друг друга повалить на пол. То есть вы встали, все, и работаем, мы тягаемся. Он меня хочет повалить, закрутить. Я меняю захваты, немножко его подсажу. Перехвачу немножко захват за корпус, пониже за поясницу. Вот я перехватил и делаю ему сразу скруточку. И вы так работаете, то есть здесь задача такой силовой жесткой работы. То есть потягаться, побороться, корпус поукреплять, шею поукреплять. И в конце такое упражнение тоже на шею делаете на внутренний захват. То есть задача двух противников, да, задача вашего партнера взять захват за голову правильный, который мы делали в первом упражнении, так, чтобы две руки ваши были внутри. То есть мы сходимся с расстояния, его задача такой захват взять и мой. Мы сходимся, он взял, я проигрываю. Я свою руку внутрь просовываю, вторую просовываю, стараюсь сбить его захват. Он делает то же самое, он мне не дает это сделать, я ему не даю это сделать. И мы тут работаем, боремся. Вот такая борьба у нас идет жесткая. Оп, я подхватил, он свою руку всунул, я захват потерял. Я дальше локти свожу, не даю ему пролезть внутри. Он сверху пытается пролезть, я не даю. Вот я его немножко поджал, он руку просунул. И вы так работаете, 4 упражнения таких очень хороших для клинча, основных можно их назвать, для силовой работы в клинче. То есть вы прорабатываете шею, корпус, вы учитесь бороться. Такая жесткость появляется в клинче. Очень важно соблюдать все технические элементы, которые я вам сказал. То есть не отводить корпус, всегда прижиматься вплотную к противнику. Потому что тайский бокс использует колени. То есть только вы корпус. Это не борьба. Это не вольная борьба, где они стоят, хватаются за ноги. Только вы нагнулись, вам сразу прилетело колено. В солнышко, в ребро, без разницы. Исход один. Поэтому всегда ровно, все ровно. Лучше пускай вас скрутят, сделают скрутку. Вы упадете, чем встретят коленом голову или в солнышко, да, там, ребро поломать. Поэтому все технические моменты вы соблюдаете. И работаете, отрабатываете эти элементы. На сегодня все. Работаем, занимаемся. До встречи в новых видеоуроках.